Мы еще эту выставку затевали в начале следующего года. Я вообще говоря, не очень рассчитывал, получится, не получится, еще неизвестно было, дадут нам, не дадут. Все-таки Марина до канала дала нам этот зал. Я хочу сказать, что мы его вообще-то говоря, впервые за много лет, вот я пока был членом председателя Союза, у нас ни одной выставки здесь не было общей. Это первая выставка общая. И столько народу собралось. Очень здорово. Я считаю, что действительно это сегодняшний день, это праздник для художников. Всех поздравляю с выставкой. Желаю всем творческих успехов. И очень даже рад тому, что сказала Елена Борисовна. Вот я хочу, чтобы эти ее слова, которые она сказала насчет закупок, были осуществлены. Спасибо вам. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Еще я хочу пригласить наших.